В рамках 90-летия Магнитогорска отметили и 40-летний юбилей монумента Тылфронту. Это один из главных символов нашего города. Он был первым масштабным памятником, возведенным в СССР в честь подвигов работников тыла. Монумент Тылфронту – это памятник подвигу магнитогорцев, признание вклада наших предков в дело Великой Победы. О том, что каждый второй танк и каждый третий снаряд были сделаны из стали ММК, сегодня знают все жители. 15-метровый монумент был воздвигнут в честь полувекового юбилея города. Авторами выступили скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Магнитогорский памятник является частью мирового триптиха. Меч, который рабочий передает солдату, будет поднят родиной и матерью в Волгограде, а затем опущен в Трептов-парке на поверженную свастику воинам-освободителям. Мне еще раз хочется поздравить всех нас, что мы родились вот в таком прекрасном городе, с такой историей, в таком трудовом городе, и поддержим эти прекрасные традиции. И 40 лет вот этому монументу, конечно, он еще будет стоять долго, мы будем делать все, чтобы он был красивым, и будем его сохранять. Поздравляю вас, горожане, поздравляю всех гостей с таким событием. Я горжусь, что живу в этом городе. Я горжусь, что работаю на этом комбинате. Я горжусь, что сегодня, спустя столько лет, мы с вами собираемся, чтобы почтить память наших предков. С праздником, дорогие друзья! С праздником, Магнитка! Я желаю всем вам, всем нам, магнитогорцам, удачи, хорошего настроения, праздники, успехов в личной жизни и счастья, здоровья. С праздником вас, дорогие друзья! 40 лет, как стоит этот памятник, и 40 лет – это самое святое место для нас, магнитогорцев. Давайте помнить всегда о подвиге наших земляков, кто совершил в те годы. Мы не должны допустить подобного. Всех с праздником! Давайте поставим перед собой простую задачу. Через 10 лет на полувековом юбилее монумента встретиться здесь, в полном здравии, отметить и 50 лет, и столетие родного нашего города. А за это время сохранить то, что в городе создано, и сделать его еще лучше! В честь юбилея из Магнитогорска отправится делегация в Волгоград. Она привезет в дар кусочек металла с ММК и горсть магнитогорской земли. В маршруте памяти примут участие воспитанники военно-патриотических клубов, а также ветераны. Об этом рассказали во время празднования 40-летия монумента Тылфронту. Ну а одним из самых торжественных аккордов церемонии стало исполнение гимна Магнитогорска Львом Лещенко и сводным хором детей и ветеранов. Павел Брусенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.